Всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба, привет! Сегодня будем строить небольшой навес над входом. Будет он над вот этим крыльцом находиться. Размер 2 на 3, 3 ширина, 2 длина. Пока приехали, начинаем работать. Каркас навеса мы собрали, закрепили, уже нанизали один лист, сейчас второй, и навес будет готов. Навес стоит два столба, вторая часть у него примыкает к стене, прикручена без столбов. Закончился монтаж навеса. Навес над входной группой. Вот такой красивый, симпатичный получился. Поликарбонатом покрыли. Поликарбонат 8 мм. Торцы с профилями. Крепится термошайбами. Цвет бронза. Вот так красиво получилось. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!